Компьютеры и телевизоры не заслоняют интерес творчеству. Тверские музыкальные школы заполнены учащимися. Традиционно самая популярная дисциплина – фортепиано. Благодаря реализации национального проекта культуры тверских детей появилась возможность заниматься на новых инструментах. У пианино, как и у любого предмета, есть свой срок службы. У некоторых инструментов в детской школе искусств номер один он закончился. И необходима была замена, ведь старый инструмент может испортить технику игры. Тем более, что в последнее время интерес к музыкальному образованию в Твери высокий. И классы в учебное время никогда не пустуют. Школа наша сейчас очень заполнена, и желающих заниматься большое количество. Тот момент, когда не хватало детей, этот период уже прошел. Это был демографический спад, и это объективно. Возрос интерес занятий музыкой. Новые пианино и кларнеты, кресла для концертного зала и другую мебель, интерактивные доски, учебную литературу приобрели в детскую школу искусств номер один в рамках реализации национального проекта «Культура». Все это позволит обеспечить детям более качественное и комфортное обучение. Дополнительное образование – это в первую очередь повышение уровня культуры, знаний нашего подрастающего поколения. Это наше будущее. Поэтому, конечно же, очень важно вкладывать не только в основную школу, но еще и в разностороннее развитие нашего подрастающего поколения. Также за счет средств из муниципального бюджета в этом году в школе отремонтировали кровлю. Таким образом, идет комплексная работа по созданию комфортных условий обучения.